Ребята, я хочу выразить огромную благодарность целителю Александре Гецко. Это очень хороший человек и очень хороший специалист. Уже в беседе она найдет у вас, она выковыривает просто из вас, какие у вас проблемы и на что они у вас влияют. Я обратилась к Александре с проблемой, что у меня больные вены. И вот Александра долго искала эти эмоции, которые же, пока нашла, какие эмоции мне зажимают мои вены. И вы знаете, нашла. Представляете, где? В детстве. Как всегда, все ищи в детстве. Мало того, оно еще оказывало влияние и потомственное, то есть от мамы к бабушке, от бабушки к прабабушке пошли, от прабабушки к прапрабабушке. Вот. Так что мы прошли всю мою родовую. Вот. Сейчас я чувствую себя просто прекрасно. А вот как себя будут чувствовать вены, это мы посмотрим через 2-3 дня. Но, ребята, это настолько было профессионально и уверенно, что я вас прошу, если вам надо какие-то такие консультации или проработки, глубинные проработки на какую-то болезнь, обращайтесь к Александре Гецко. Бесподобно.